Всем привет! Продолжаю смотреть картины художников. Сегодня у нас Сантьяго Рузиньол и Прац. Каталонский художник, постимпрессионист, поэт, прозаик, драматург. Данные я беру из Википедии, данных не так много, но все же. Из семьи фабрикантов текстиля, учился в центре акварелистов в Барселоне. В 1889 году приехал в Париж, поселился на Монмартре вместе с Игнасио Солоагой. Это испанский художник, очень популярный в конце 19-го, начале 20-х веков, широко известный на родине за рубежом. Сблизился с кругом символистов, испытал влияние у Истлера. Позже еще несколько раз подолгу жил в Париже, приезжал. По возвращении в Испанию создал в Сиджесе музей-мастерскую. В Барселоне постоянно посещал известное кафе «Четыре кота». Здесь с ним познакомился Пикассо, на которого Рузиньол оказал большое влияние. В 1899-1903 годах Пикассо написал более 20 портретов Рузиньола. Рузиньол же писал портреты, пейзажи, жанровые сцены, писал для газет, сатирического еженедельника, переводил Бодлера, был яркой фигурой барселонской богемы, инициатором каталонского модернизма, активным участником движения за культурное возрождение Каталонии. В 1910 году Рузиньол посетил Аргентину в связи со столетием Майской революции. Здесь были поставлены несколько его пьес. Умер 13 июня 1931 года, похоронен на Монжуицком кладбище в Барселоне. Ну вот все, что и удалось посмотреть, найти о Сантьяго Рузиньол и Прац, каталонском художнике, постимпрессионисте, поэте, прозаике, драматурге. Пока-пока, до свидания, всем привет.